надо поглажить. Сенечка. Ну, смотри, уже не рычит, да, когда гладишь. Я ничего не говорю. Только сильно не нажимай, главное, там хрящики. А что такое испуганное такое видео? Сенечка. Чего я испугалась? Девочка. Тебе же ничего плохого не делать. Вот. Годовалый медведь. Что у него хрящики, они прогибаются и нельзя, то есть дополнительно. Мама. Вот это. Ау. Да, сейчас пойдем. Я все-таки читал, у него, по-видимому, вот это хрящевое не костенеет, потому что они растут очень долго. До 11 лет, но что они это? В таком виде, она должна начать костенеть от середины кости. А рост-то как будет? А рост они по краям. Первый год должны по очень краям, сильно вырасти. По краям. А я уже даже волка не встал. А? Я даже волка особо не встал. А он нет. Ну у него там поселенчики какие-то. Сенечка. Ну, Сенька. Сеня. Сень. Манежик свой. Да, вот она лезет в этот манежик. И она ходит там по кругу. Да, ей нравится. Ну, по крайней мере, просто такое впечатление, что ей нравится. Может, конечно, ей просто не вылезти надо. Не-не-не, если она сама туда залезла, она уже вылезти тут точно может. Сень. Хорошо, манежик пригодился. Мне нравится. Надо кашу поставить. Семь, 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 семь. Какая смешная. Поела? Смотри, у тебя тут еще кашка есть. Смотри, какая вкусная. Зараза, там меда знаешь сколько? Ешь давай. Ну что, мы это бульбаться, а мы не будем. Приятливается тут еще. Говорит, достали меня едой. Достали, не достали, а накапать хочешь? Накапать. А зиемку копают. Ей животик можно помассировать, если бы дала бы возможность. Ага. Я думаю, что она не даст эту возможность. А как вчера Виктор боялся поднять этого годовалого медведя? А я по телефону своим друзьям же в театре говорю, в одной руке годовалого медведя держал. Удержал. Ну что ты делаешь? Сень, аккуратно, не дай бог. Он сейчас размером 2 месяца. Не, ну ты серьезный медведь, да? Медведи с этим? Нет, медведь. Март, апрель. Нам принесли же, они если рождаются вот январь, февраль, март. Нам принесли в марте. 3-месячные. 3,5 месяца. Света показывала видеоклипы с теми двумя. Да. Это вообще какой-то ураган. Да. Столько энергии, столько. Они еще на дверь прыгают, бабс. Пытаются все время открыть, на самой двери, на ручку прыгают. Ну, как моя ириска кошка, она же все двери открывает, да? Цинковая кошка. Ну, она такая, продуманная. Обычная, помоечная, серая, полосатая кошка. А у нас собака, которая отказывала от клетки, представить дворник.